Привет, это Children of Morta. Да, и осталась всего одна локация. Так, в магазинчике все куплено, что можно, поэтому идем. Тьма грозила поглотить всех. Но Бергсены должны были освободить последнего духа как можно скорее. Ну ладно. Чего вы так переживаете? Свободный от земных оков, Знай Сарава все же был пленником своего творения. Зоны 30, его мастерская, место рождения Гина. Зона 30, в этих стенах заперто величайшее изобретение и предмет сожалений, Знай Саравы. Кевин, блин, у него тупое осквернение, серьезно, я рассчитывал за Кевина пройти. Но пусть будет Марк. Марк тоже неплох. Без устали трудясь на благо народа, Знай Сарава работал как одержимый, отвлекая от себя душевной боли. Блин, вообще, возможно, стоит мне просто побегать парочку раз, поздыхать, пока мне опять не станет доступен Кевин. Потому что он лучше, у него есть инвиз. При ударе из инвиза наносится дополнительный урон, это тоже значимая штука. Деньги. Надо хотя бы подфармить. Уже хоть что-то будет. Но можно попробовать кого-нибудь взять, за кого я давно не играл. Я не хочу брать дальника, потому что за дальника, во-первых, очень долго приходится здесь страдать. Марк сдох. Нет? А во-вторых, за дальников не особо-то удобно играть. То есть надо постоянно убегать. Что эта штука дает? Шанс крит удара плюс урон кровотечения. У меня? У меня постоянное кровотечение. Зачем я это использовал? Жестко, ладно. Марк, извини. Надо было прочитать, что дает та штука. Да потому что это конец, все. Его убьет это кровотечение. Его, наверное, стоит использовать. Но вот эту ерунду. Это артефакт только у босса. Пока ты его быстренько лупишь, у тебя чуть-чуть жизни сгорают. Но ты не умрешь. Потому что убьешь его быстрее. А можно мне бессмертие какое-нибудь, не? Печок. А, то есть, когда у меня до минимума доходит, у меня жизни не сгорают. Но все равно неприятно. Все, тихо. Дохните. Такие противные. Хилочка. Смысла от этого, конечно, вообще мало. Наверное, лучше просто сдохнуть. Ладно, сколько денег уже? 4000. Неплохо.
действительно неплохо. Это очень много. Этого хватит, чтобы... ну, хоть что-нибудь прокачать. Здоровье. Но урон вроде больше нужно. 1005 уже. Ну да ладно. Самоцветов у меня нет. Это фигово. Блин, что за издевательство? Сдохну. Ну, я думаю, может реально сдохнуть. И пойти уже за кого-нибудь другого играть. Случай и памяти. Нет. Не ожидала. Но я хочу ему уровень взять. Тогда можно и сдохнуть. Какого он, кстати, уровня? А, 3 очков не хватает. Фигово. Прыгай. Среди опаляющего жара был сокрыт путь к Знай-Сараве. Блин. Зря я эту фиговину взял. Оба. Так бы у меня, может, и шансы даже были выиграть. Но теперь-то их точно нет. Постоянно с минималкой ходить. Это же вообще... ну, у них костер у дома. Обитель духа лежала неподалеку. Дядя Бен когда-то жил в Тиралаве и знал эти места. Получится ли у Бергсонов одолеть Кина и освободить Знай-Сараву? Скоро они это выяснят. Хоть что-нибудь смогу прокачать? Здоровье можно, скорость фигня, шанс уклонения... можно. Вот урон не смогу. Семейная ярость — это ерунда. Стойкость, защита от помех движения — ерунда. Крит, шанс крита. Ну вот хотелось бы шанс уклонения. 18%. Кевин, нужен Кевин. Может взять его, несмотря ни на что? 21%, жестко. Люси. Блин. Не знаю. Давай, Люси. Ладно, давай. Получится ли у нее что-нибудь, не получится? Steps were taken without regret, for it was never possible to change a destiny. Да ладно, закрой рот, первая кнопка. Нет, так нет. Я плакать не буду. Но блин, с ней надолго может это все затянуться. Вот этого я не хочу. Но вот этих гомункулов очень удобно убивать. С расстояния. Вот был бы у нее еще ближний бой какой-нибудь. Было бы идеально. Тут ведь либо дальник, либо ближник. А комбы нет никакой.
Так, новый уровень. Что она может, кстати, прокачать? Вот это что? Враги, отбитые основными атаками, могут создавать огненный взрыв. Создать. Шанс 30%. Давай. Давай, давай. Вот здесь тупик. Получай. От своего же другана. Вот вам клон. Деритесь с ним. Я не при делах. Блин, сдохни. Почему она не стреляет? Стреляй, стреляй, стреляй. Повышает максимальное здоровье, но снижает урон от основной атаки. Нет, это фигня. Вот если бы было наоборот, я бы этим воспользовался, а так нет. Ни в коем случае. Самоцветик используем. Это что? Это не пассивка, это фигня. Вот если бы была пассивочка, тогда другое дело. А так что? Да сдохни ты. Супер. Реально легче играть на клава мыши за нее. Чисто из-за того, что целиться удобнее. Ну и не только за нее, за ту еще вторую. Тоже дальник. Потому что на геймпаде что-то жестко. Блин, может мне их не лупить? Просто они меня задолбали, они прыгают, размножаются. Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Странная карта. Обычно же хоть какие-то разделения есть. А тут она может маленькая просто. Да блин, стреляй. Почему она не стреляет? Что это за бред? То есть она стреляет через раз. Схожу за хилочкой. Мне не сложно. Ну и можно валить. Валить, валить. Здесь вот переходик. Здесь тупик. И здесь тупик, да? Нет. Здесь у нас что-то имеется. Например, тупик. Так, убили бомжа. Но тут еще целая армия бомжей. Что это? Нет, все виды божественной благодати. Давай, у нас нифига нет. Давай просто используем. Нифига у меня не поменялось, потому что у меня нифига нет. Да блин, не приближайтесь. Вот это надо сломать. Тогда будет супер. Вот эти меня задолбали. Лезут, лезут.
Лезут и лезут. Взрывайся давай. И... наконец-то. Что у меня по золоту? Не так уж много. Мгновенно исцеляет. Это, конечно, супер, но это не то, что мне сейчас нужно. Блин. У меня же все щитки были. Он что, их пробил? Самоцветик выпал, это супер. Сдохни. Блин, вот это надо было оставить на земле. Это такая ерунда. Просто нафига? Нафига крутиться? Пусть лучше делает, что хочет. Эта святыня нам, видимо, еще пригодится. Так, пока все супер. Если можно так сказать. Артефактов никаких достойных нет. Вообще ничего нет. Даже недостойно. Просто вот эти руны бесполезны и все. Увеличивает скорость передвижения. Это навсегда же, да? А не на время. Но не пишут на сколько. Вот просто пишут, увеличивает. Конкретные цифры нужны. Сдох. Я оставил кучу золота после себя. Ой. Так, идем. Вот здесь переходик. Сокровищница должна быть. Да, это что? Получившего смертельный удар, ясно. Воскрешалка. Ну, не знаю, дойду ли я вообще до босса. Мне кажется, что если даже дойду, я не смогу его победить. Мне ведь, чтобы атаковать, нужно стоять на месте. Это достаточно сложно. То есть, босс должен или как-то тупить на месте. Или просто не двигаться. Должен быть какой-то стоячий. Тогда у меня будут хоть какие-то шансы, я смогу его... ну, уничтожить. Ладно, ничего страшного. Если я проиграю, сыграю еще и еще. Осталось совсем немножечко. До конца. И с одной стороны, хочется уже закончить с этой игрой, потому что я достаточно долго ее прохожу. А с другой стороны, хочется, чтобы она продолжалась, потому что она достаточно интересная. Блин, вот от этой ерунды точно надо избавиться. Потому что не круто, когда он вертится вокруг тебя, этот вихрь. Это наоборот только все портит. Сдохни. Ты неудачник. Давай, попробуй подойти, попробуй. Попробовал. Но у него ничего не получилось. Да, блин, мочи. Ура. Я потерял все свое здоровье. Но в конечном итоге справился. Стоило ли это того, не знаю. 2 очка, смотрим, что я могу сделать за эти 2 очка.
увеличивает вероятность появления угольков-помощников из огненных шаров Люси и наносимый ими урон. То есть урон будет 40%, а шанс 74%. Дальше, враги, убитые основными атаками, взрываются. Вихрь. Длительность и урон. Не знаю, максимальное здоровье, длительность. Тоже не знаю, Люси на время оказывается на границе. В общем, это все полнейший отстой, вот что я могу точно сказать. Пусть будут огоньки вот эти. Это все такое себе. Просто дикость какая-то. Могли бы ей скиллы получше какие-нибудь предоставить. Здесь у нас... А, блин, обелиск. Открыть я не смогу, да? Да, самоцвета нет. Печально. Возможно, все еще впереди. Я даже вихрь оставить не могу. О, сокровищница. Создает тотем, стреляющий по врагам. Ну пусть стреляет, стоит. Как-то фигово он стреляет, идите сюда. Сейчас мы вас обстреляем. Вы у нас попляшете. Говнюки. Все. Самоцвет мне так никто и не дал. Эффект у этого вихря никак закончиться не может, этот тупой. О, наконец-то он закончился, серьезно? Пусть вот эта ерунда стреляет. Она вообще урон наносит, нет? Ну, это три самоцвета, это супер, супер-пупер. Здесь у нас какая-то ерундовина. Дневник. Ладно, пойдем откроем сундучок. Я надеюсь, что там не тупая хилка будет, а что-то действительно стоящее. Что это? Повышает скорость передвижения и шанс уклонения, но отнимает способность уворачиваться. Скорость передвижения и шанс уклонения. Нет. Увороты мне нужны. Я как-то раз эту ерунду применил и вообще без шансов проиграл боссу. Увороты нужны. Без них никуда. Я не настолько быстро двигаюсь, чтобы успевать уворачиваться. Так что нет. Пусть, конечно, пока полежит у меня в инвентаре. Все равно я это деть никуда не смогу, но использовать я это не буду. Потому что работает это всегда, а это не здорово. Агаси. Лучше бы уж там хилка лежала, чем вот эта вот штука. Блин, маны еще мало у нее. Что у нас здесь вообще имеется-то? Сейчас побегаем, пособираем этих дурачков в кучу. А потом как сдохнем от них. Ладно. Воу. Воу-воу-воу. Вы что такое творите-то? Тихо, тихо, тихо. Сейчас тотем смогу поставить. Пусть стоит, стреляет. Да ё-моё, хватит меня зажимать. Все, супер, я жив. Я жив, это самое главное. Внизу есть хилочка. Здесь эти бомжи бегают, которые мне ничего сделать не могут толком.
Умри. Здесь у нас что получается? Блин, тоже целая куча всего. Открой. Бабки. Вот это мы забираем. Новый уровень, супер. Нужно еще одно очко, чтобы хоть что-то прокачать. Здесь у нас шкала ворота мгновенно заполняется. Ладно, нет, фигня. Есть какое-то событие. О, еще один робот. У него пулеметы есть, ничего себе. К удивлению Бергсон, враг оказался очередным маленьким автоматоном. Да блин, давайте я ему помогу. Вообще без проблем. Пусть повоюет с моим тотемчиком. Неудачник. Блин, задолбал лужи свои создавать. Этого малыша снедала та же человеческая тоска, что и машину, которая осталась дома. Это не могло быть совпадением. Спасли. Блин, вот если бы они со мной бегали после этого, было бы вообще чудесно. Бегали бы, дрались, что-нибудь творили. Но нет, мы их так, для прикола, спасаем. Мы ж герои. Да блин, отвали от меня. Смотрим, что ты тут продаешь. Раненые враги воспламеняются, дают шанс при получении удара выпустить снаряды в разных направлениях. Но это ерунда, хилка. Позволяет наносить двойной урон, когда здоровье опускается ниже 25%. Это супер. Блин, я не знаю, или поджигать, или двойной урон. Потому что двойной урон это супер. Если у меня здоровье опустится, я буду... ну, очень много выносить. Поэтому я думаю, возьму вот эту фигню с двойным уроном. Мне артефактов вообще нифига не выпало за эти два этажа. Поэтому приходится все покупать самому. С самоцветами тоже как-то не густо. Поэтому вот. Очень вероятно, что забег не будет удачным. Что в итоге я проиграю. Большой шанс. Но я не сдаюсь. Я пытаюсь. Так. Опять просто куча врагов. Ну ладно, можно с ними разобраться. О, вот это надо уничтожить. Стреляй же. Вот же, блин. А вот здесь что? Да блин, не застревай. Найти врага, который не просто не нападает, но уже побежден, для Бергсонов было в новинку. Друг ли нам враг нашего врага? Что ты делаешь? А, это обыск. Но мы же уже забирали маленького робота одного. Теперь второго. Чье это жилище, я не знаю. Третьего я там не нашел.
Да вот этого надо гасить. Это задолбал. Вот эти прыгуны пусть отдыхают, идут. С ними я даже контактировать не хочу. Так, здесь хилочка. Здесь что получается? Ерундовина какая-то. Здесь. Ладно. Здесь пусто было. Ничего ценного не выпало. Один подарок и два свирепых существа. Ну, на первую кнопку я нажимал. Бергсон ждало либо одно, либо другое. Оба-на. Вторая. Что же здесь выпадает? Вот это усиливает урон от основной атаки. Здорово. Это действительно круто. Будет здорово мне помогать. Давай сходим сюда. Ну и по сути все, да? С этим этажом мы закончили. Здесь больше нифига нет. Бабки. Так, карта. Вот мне вечно выпадают какие-то документы, я их даже не читаю. Но я могу их показать. Разные сведения. Пещера. Вот исследование. Недавно, кстати, получили. Надо отойти отсюда, здесь шумит жестко. Так, стой, открой-ка. Что за исследования там были? Разные сведения. Исследование 02. Я шла за жителями на приличном расстоянии, но была готова поклясться, что они знали о моем присутствии. Весь день мы шли по запутанной сети пещер. Один из них погиб от когтей животного. Судя по ранам, зверь был огромный. Впрочем, остальные, полагаю, благополучно отбились. Тут красиво, но очень легко потеряться. Я предлагаю вернуться позже и составить план этого места. Желательно захватить с собой побольше грубых вояк, чтобы не кончить, как тот бедолага. Фауна, пауки, летучие мыши и по меньшей мере одно существо с очень большими когтями. Флора в основном папоротники, мхи, мелкие деревья и грибы. Что же, мы уходим. Последний дух, которого предстояло освободить, был совсем близко. Это фигово. У меня ни хилок, ничего нет. Мне надо найти что-то стоящее. Так, бабки, сколько у меня золота, кстати? Почти 9500. Могло бы быть и получше. Знаете ли. Так. Хилка золота. Обелиск везения активируем. И здесь у нас тупичок. Ладно. Сдох, неудачник. Откроем так и быть. Блин, вы чего меня прессуете-то, а? Козлы глупые. Что пишут? Приманка быстрее перезаряжается, но и прочность снижается. Стоп. Длительность и урон выше. Может, вихрь себе все-таки прокачать? Отлично. Вот это что?
Критические удары могут призвать маленький вихрь. В ярости стражи Люси воспламеняет воздух вокруг себя, создавая огненный взрыв. В ярости стражи урон и дальность огненного луча Люси увеличиваются. Урон 115%. Вот это можно будет прокачать. Здесь у нас переходик. Оба-на, сокровищница. Создает тотем, замедляющий врагов. Ну что за ерунда мне выпадает? Серьезно, вот. Почему бы мне не дать что-нибудь действительно стоящее? Какой-нибудь хороший артефакт. Ценный. Который мне нравится. Нет, мне дают какие-то замедляющие тотемы. Он даже урон не наносит. Он просто замедляет. И что вот мне с ним делать? Очередная история какая-то будет, да? Слева Знайраха и Бошра, сын и невеста. Справа горный бог, отец, охваченный затаенной ревностью. Но когда угрозой решил стать сам Гин, когда ломались ведяные фильтры, Гин их чинил. Когда появлялась угроза, Гин ее истреблял. Ладно, я понял. А, блин, это вонючие криты надо было оставить. Жесть, я лыжанулся опять. Я забыл, что это последний этаж. Хана. Этот тупой придурок стену поставил. Я убью его и убью всю его семью. Я ее просто вырежу. Он урод самый настоящий. Так, вот босс. Что здесь продают? Фигню всякую. При контакте наносит врагам урон. Вот это можно было бы взять. Но у меня самоцветов вообще нифига нет. Поэтому я здесь чисто ради золота. Я очень много жизни потерял, это фигово. Надо быть аккуратнее, надо отхилиться. Почему я это сделал? Почему я стал просто бежать на целую гору врагов? Ну, я рассчитывал пробежать, а тот придурок реально поставил стену. И все испортил. Сдохни. Не хотелось бы проигрывать этот забег, потому что иначе потом придется опять все начинать заново. А это не особо-то радует. Куда ты убегаешь, поганый чмошник, а? Думаешь, твои стены тебя спасут? Вот эту ерунду надо сломать. Иначе они так и будут меня доставать. Всё, минус овощ. Поднимусь-ка я наверх, посмотрю, что там. Вы тут развлекаетесь. Я вам не мешаю. Здесь просто много врагов. Нифига нет. О, ну есть хилочка. Это хорошо. Самоцвет. Самоцвет, самоцвет. Ладно.
Сундуков здесь вроде нет. Можно сбегать за хилками. Оба, раз. Два. Почти фул хп стало. Скоро босс. Сильнее я не стану. Только если слабее. Этих придурков, наверное, трогать не стоит. А что там лежит? А, скорость атаки увеличивается. Стоп, надо почитать. Сначала попробуй попади. Просто умри. Ты большего не заслуживаешь. Вихрь вращается вокруг Люси. Нет, это полная лажа. Скорость основной атаки увеличивается, но угольки помощники исчезают. Успешные основные атаки приносят больше ярости. Блин, ладно, возьму. Дальше мы идем вот сюда вниз. Смотрим, что у нас здесь. Здесь какое-то событие. В прошлый раз я нажимал на вторую кнопку. Сейчас пусть будет третья. Третья неправильная. Я вот опять просто бегаю. Нафига, нафига я взял? Надо было перед боссом брать. Ой. Почему меня жизнь не учит? Все, отдыхай. Отдыхай, тебе говорят, задолбал. Крысёныш. Со своими тупыми лужами выжигал мне здоровье. Серьезно, блин. Серьезно. Вот он овощ. Самый натуральный. Тупик. Кто бы мог подумать. Блин, здесь больше нифига нет. Это очень отстойно. Придется к боссу идти. Но мне кажется, что у меня вообще без шансов. Я не знаю, какой нас ждет босс. Ладно, идем. Идем. Быстрее сдохну, быстрее заново начну. Привет, финальный босс, я так полагаю. Знай Сарава, зодчий Тиралавы и создатель Гина, устройство, которое должно было служить городу, а не захватывать его. Что это такое? Блин, а ну отвалите. У меня уже щитков нет, у меня уже половины здоровья нет, я что-то за этим не слежу. Вот вам мой клон. Кого мне вообще мочить-то надо? Вот этих, наверное, надо сначала говнюков замочить. Ты? Да, вот. Блин, просто гаси. В принципе, я почти треть вынес точно. И он ушел в глухую защиту. И мне надо гасить как-то этих чмошников. Наверняка каким-нибудь Кевином я бы на изи
победил. Все-таки там покомфортнее играется. Вот этих лузеров я бы точно убивал на раз-два. Они так страдаючи. Блин. Так неудобно. Я плюс за нее не играл уже не знаю сколько. Хилки не падают. Нифига не падает. Враги новые появляются. Жизни нифига нет. Так не хочется проигрывать. Стоп. Я что-нибудь прокачаю. Вот, давай так. Я, кстати, забыл про ярость. Если я смогу еще раз сражаться, то я активирую ее. И артефакты мне выпали достаточно отстойные. Сколько мне его еще... Вот этих слуг надо замочить. Вот это должен быть последний, наверное, нет? Блин, серьезно? Что за издевательство? Почему нет? Почему они все прут и прут? Может, я что-то не так делаю? Но я ведь уже достаточно большое количество уничтожил. Да блин, она сдохла. Коза глупая. А, у меня второе дыхание было. Ну и бред, я про него забыл. В результате еще жизни потерял. Но здесь явно не ближе... Ой, не дальником надо. Да, вот она сдохла. Теперь окончательно. Что скажете? Они чинят это вам. Два маленьких автоматона были связаны. Но еще одного только предстояло найти. Супер, что по прокачке? Урон. Хочу себе урон. Хочу огромный урон. Блин, я не знаю, брать ли еще урон. Или взять, например, уклонение, или взять здоровье. Давай урон. Максимальный уровень по урону. Все, урон я точно теперь не смогу качать. Семейная ярость, фигня. Стоп, это что? А, это скорость. Ладно, можно копить дальше. Надо посмотреть, Кевин доступен или нет. Четыре процента, то есть надо еще немножечко за кого-нибудь другого поиграть. Или, в принципе, можно за него, потому что 4% это мало. От сотни это 4. То есть, если у него 200 здоровья, это минус 8. Если у него 300 здоровья, минус 12. Ну, терпимо. Ладно. События. Последний маленький автоматон. Они его убивают. Больше всех нуждался в помощи. Ладно, поможем ему. В общем, я тут решил самостоятельно до босса дойти. И осталось немного. Я надеюсь, все получится. Потому что второй раз я его уничтожу. На, карающий меч. Но может и не получиться. Восстанавливает часть максимального здоровья. Ну ладно, используем. Возьмем, это все ерунда. Он был неподвижен. Как будто время остановилось вокруг него.
Маленький автоматон спасен. Супер, побегу дальше. Что ж, вот и босс. Только сначала надо в прокачку зайти. 3 навыка, и на что же их потратить? Успешные атаки суммируются. Я хочу с инвизом. Связанная. Перезарядка 20 секунд. Вот это можно взять. Супер. И дали за одно достижение. Жаль, у меня еще очков нет. Основная атака Кевина может мгновенно убить врага. Шанс 2%. Получив фатальный урон, Кевин тут же использует плащ теней. Перезарядка 3 минуты. Ладно, идем. Идем скорее. Беги. Кстати, вот мои артефакты. Блин. Вот это можно пропустить? Вот они, если что. Все. Не знаю, получится ли у меня выиграть, не получится. Было бы неплохо, если бы получилось. Но дела явно идут лучше, чем у Люси. Тут очень много надо убивать этих врагов долбанных. Может, я не в курсе, надо что-то делать? Что-нибудь лупасить? Блин, отвалите. В принципе, у меня большие шансы. В принципе. Но мне все никак не дают его бить. Я попробовал эту штуку ударить, и что-то не сработало. О, во-во-во. Щит врубаем, мы лупасим. Бей. Не хочу жизни терять. Ну, нормально. Третью часть точно вынес. Про остальное не знаю. Гаси их. Какой же он кривой. Ну или я. Оба-на. Да блин. Сейчас убиваем этого и лезут новые. Ну хорошо, что у меня уклонение достаточно часто срабатывает. Плюс у меня есть штука, чтобы я восстанавливал здоровье при ударах иногда. А, я могу случайно взять этот. О, боже. Эффект. Я про это совсем забыл. Все. Отвалите. Тебя мы уничтожаем. Берем хилку. Тут вот хилки выпадают, это достаточно здорово. Немножечко облегчает задачу. Но тут столько всего, и враги, и ловушки. Поэтому без этого никак. Самоцвет зачем-то выпал. Серьезно. Ой, блин. Попробуй попади, называется. Так, эти чуваки сдохли. Это последний был? Последний? Нифига не последний. И... это еще не все. Жестко. Но если я его убью с 3 заходов, это будет здорово. То есть осталось еще 2. В принципе, по ХП я не просел.
пора щит использовать. И сейчас возьму, сдохну. Вот круто будет. Все? То есть он сам решает, когда... Потому что там были еще живые враги. В принципе, его и за два можно за ходу убить было. Если бы в первый больше вынес. Но третий точно финальный будет. Если я до него доживу. Пусть выпадет хилочка. Или пусть я отхилюсь просто. За счет атаки. Будет приятно. А вот если сдохну, будет неприятно. Ой, блин. Ну же. Почему я не хилюсь за счет атак? Я же так много наношу урона. И делаю колоссальное количество ударов. Но этого, видимо, недостаточно. Все, сейчас их вырубят. Хана ему. Слишком горячо. Достижение. А можно я мани свои заберу? Все, больше ничего нет. Воздух обжигал ноздри. Жар нарастал, пока энергия возвращалась к духу, наполняя его вены. Знай Сарава обрел свободу. Глядя на эту семью, дух ощущал нечто новое, нечто необыкновенное. Быть может, это и впрямь последний круг. Ну все, скорее всего, только финальный босс. Нормально там морвы. Выше крыши дали. Все, последний дух. Слова духа обрели форму, рисуя картины того, что было скрыто от Бергсонов. НЛО какое-то. Пустоту заполнил восторг. Данное обещание было выполнено. На горизонте возникла скала, и бесконечные блуждания завершились. Путешествие подошло к концу. И блудный сын небес стал горным богом. Его сердце замерло, а в ушах зазвучала музыка. Он забыл, как дышать, когда дочь Рея похитила его сердце. И написала на нем свое имя, Риадана. Они стали парой, счастливыми супругами. Оу пожелал возвысить создание Рея. Итак, из ее мудрости были созданы три духа, призванные оберегать вечность.
Тысячу лет провели они в безмятежном блаженстве. Пока Риодана не родила Оу, дочь. Горный бог не любил дитя и ревновал. Он разозлился на Риодану. И она покинула его. Он лелеял свою обиду, будто сокровище, сокровище из скверны. Он проклял имя дочери Риоданы и погрузился в свою злобу. Какая долгая история. Такова была правда, что открылась Бергсеном. Правда о происхождении скверны. А еще мы робота спасли так-то. Дядя Бен починил его тело, но к жизни его вернуло их присутствие. Сейчас соберутся в какого-нибудь убийцу. Что это? Показывает, как он их собирал. Воспитывал. И как им было весело. Слишком много историй сегодня. Они могут и дальше хранить эти воспоминания. Они были созданы как семья и навсегда останутся семьей. Супер. Так, мастерская. Урон у меня максимальный. Может, у ворот прокачать? 20%, 22%, это максимальный уровень. Дальше здоровье. Здоровье, наверное, можно долго качать, минимум до 20-го. Ну стоп, что здесь еще? Семейная ярость, фигня, это фигня. Сам крит. Давай. Шанс крита тоже можно качнуть. Ну и еще шанс крита. Все, теперь у меня тут суперсемейка какая-то. Что же, можно тогда сначала послушать, что они скажут. Сожалеете ли серчать? Бергсены были поражены, не зная, как воспринять историю. Прежде всего, надо было разорвать темный круговорот. Но они все еще не знали, что ожидает детей Морты в храме горного бога. Война. Мясо. Мочилово. Пункт назначения лежал по ту сторону врат. Конец был близок. А если я, например, хочу еще подфармить, я могу пойти или нет? Или сейчас уже нельзя в другое место пойти? Потому что они вон там что-то чудят, сами исчезли. А, нет, легко могу. Но нет. Я хочу пойти сюда. Храм Оу. Да какое? Почему? Осквернение, 32%, вы издеваетесь. Марк, вся надежда на тебя.
Что вы хотите сказать? О, они что-то дают, артефакты. Каждый раз одинаковые или рандомные? Шанскрита. А можно мне побольше их дать, не? Ну ладно. Вот зачем они ту ерунду вели? Сейчас бы играл за Кевина. Нет, страдай, каждый раз за нового. На троне выседал сам горный бог Оу. Без любви Риаданы. Внутри него вызрела жадная тьма, которую он не в силах сдержать. Вообще он на кого-то похож, я не помню на кого. О, вон его семья. Они все прилетели и будут помогать? Что они делают? И одного не хватает человека. Оба-на. Где он? Мне его надо бить или нет? Может, если я сдохну, я смогу поменять персонажа? Все-таки здесь семья стоит зачем-то. Непонятно зачем. Без любви Риаданы ее детей поглотила ревность. А ну разошлись. О боже. Так. Вот это что? Урон 10%. Но здесь таких нет. Это отстой полный. Может и так все получится. Пока вроде неплохо идет. Не знаю, как там дальше. Но это вроде довольно легкий босс. Чисто лупить его и все. Это что? Дышать было сложно, тяжелый, словно металл. Воздух обжигал легкие. Тьма была непроглядной. У него несколько стадий. Свет защищал и дарил надежду. Бергсон должен был спасти и других. Блин, а каждый раз сначала, что ли? Что за подстава? А ну иди сюда, ты, дурачок. Давай быстрее, быстрее, мне могут сбить. Тьма давила на их плечи. Но они понимали, что последние шаги должны преодолеть вместе. Почему мне никакой помощи здесь нет? Хилка, блин. А у меня здоровье и так хилится. Ну ладно. Ну хорошо, что здесь необычный босс. А то сказали бы, ну вот, лупи его и все, конец. Нет. Надо делать что-то еще. Долго нам еще идти-то? Вон там вроде кто-то есть, да? Вот очередной спасительный источник. Еще двое Бергсонов найдены. Но тьма все еще держит их в плену. А за это опыт дают? Их надо спасти. Спасем. Я так думаю. Но вот если сдохнуть, то потом придется с самого начала переться. И лупасить этого босса. Или тут все-таки чекпоинты будут какие-то. Вроде мне немного опыта дают. Или нет, или мне кажется.
Наверное, кажется. Или не кажется. Главное, что меня хилят. Вот и все. Еще один источник света, что отгонит тьму на какое-то время. Надо торопиться. Последняя битва близится к концу. И сейчас у него будет фулл ХП. Берксоны понимали, что это последний шаг. Любовь должна одолеть ненависть. Мы его толпой бьем. Забиваем просто чмошника. Вот всегда бы так. Всех боссов могли на раз-два просто раскладывать. Верховный бог, повелитель всего и властелин ничего. Его величайший страх стал реальностью. Он остался один. Наедине со своими страданиями и никчемностью, с бесконечным круговоротом отчаяния и боли. Он мечтал покончить с этим, погрузиться в вечную тьму, но обломался. Милосердие взяло верх, и круговорот вновь обратился к добру. Та, кого он прогнал из сердца, возвратилась. Время, проведенное в разлуке, таяло вместе с болью, страданиями и печалью. Она вышла только когда его отлупили. Земля и небеса встретились, когда двое стали едины. Любовь породила восторг, и промежутки между вздохами наполнились чистотой. Счастье и любознательность сливались, сплетались в танцы, что будет длиться тысячу лет. Но если им так нравится танцевать, то почему бы и нет? Пусть танцуют тысячу лет. Что ж, это было жестко. Я про всю игру. Единые вознеслись, но не покинули мир. А семья окинула взглядом гору из земли, которую им поручили хранить. Измученное семейство стало еще больше, чем прежде. Бог, когда-то раздавленный горем, обрел целостность. А земли, что были охвачены хаосом, ныне пребывали в спокойном равновесии. История подходит к концу, прошу, запомни. Оглядываясь на время, проведенное в этих краях, рассказывая о своих подвигах, победах и поражениях, помни одно. Эта история не про героев и злодеев, не про добро и зло. Это история о семье и, что важнее, о любви. Иди же, страж, и всегда помни об этом. Их ребенок уже достаточно взрослым стал. А после всего этого можно будет продолжать драться в этих подземельях или нет? Такой вот конец. По крайней мере, он хороший.
Они всех победили, все счастливы. Все довольны. Ладно. Что можно сказать про эту игру? Она шикарная. Мне все очень понравилось. Я рад, что наконец-то смог ее пройти и посмотреть финал. Буду ждать продолжения какого-нибудь, потому что это действительно достойный рогалик, в котором показывается вся сила семьи, вся сила любви. Что ж, думаю, тогда на этом можно закончить. Пока.